Особенное место для всех без исключения. В Сиднее персонал кафе выучил язык жестов ради глухих клиентов. Новые правила установил владелец заведения. Он попросил глухую девушку обучить его сотрудников языку жестов. Теперь в кафе постоянно приходят клиенты с особенностями здоровья. Я не задумывался о таком, пока не увидел глухого клиента. Думаю, не все люди понимают, насколько важно уметь общаться со всеми. Подобные заведения пока большая редкость. Башар Край Каем надеется, что его пример вдохновит владельцев и множество других учреждений в Сиднее. А глухие люди уверены, такие изменения будут полезны всему обществу.